Обзор новых журналов – это привычная работа для сотрудников библиотеки, поскольку далеко не все жители города знают о том, какие издания доступны для читателей. В рамках очередного мероприятия библиотекари познакомили воспитанников 12-го детского сада с новыми интересными журналами. Воспитанники детских садов – частые гости в Конаковской библиотеке. Малыши приходят знакомиться с книжным фондом. А в этот раз сотрудники учреждения сами навестили ребят, чтобы рассказать о журналах, которые выписывает библиотека. К большому сожалению, не все дети, а уж тем более родители, знают о том, что библиотека выписывает журналы, что их можно взять на определенный срок на дом для чтения. И многие родители удивляются, что журналы, те, которые читали они в детстве, существуют до сих пор, да, это на самом деле так. Многие журналы, которые выходят уже более 80 лет, они выходят до сих пор, они никуда не делись, они есть на книжных полках библиотеки. Мало кто знает, что популярному детскому журналу «Мурзилка» в этом году исполняется 85 лет. Также в рамках мероприятия любознательные малыши познакомились с интересными изданиями о природе, науке и технике. Библиотекари признаются, что подобные мероприятия очень важны для подрастающего поколения. По мнению некоторых ученых, информация с электронных носителей усваивается хуже, чем при прочтении бумажных изданий. Поэтому в наш век цифровых технологий детям необходимо прививать живое общение с книгами и журналами.